В эти пасхальные дни как важно каждому из нас напитать свою душу и сердце верой, наполнить светом Пасхи Христовой, чтобы в грядущие дни испытаний наша вера и свет Христового воскресения могли укрепить всех нас. А чем укрепляется наше сердце? Апостол Павел к римским христианам пишет: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Сегодня я предложу вам отрывок из Евангелия, беседы Никодима с Иисусом Христом. Никодим – это один из начальников иудейских, который ночью пришел к Спасителю и сказал, задавая ему такой вопрос, который давно мучил его: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Этими словами Христос говорит о святом крещении, которым каждый из нас крестится во имя Отца и Сына и Святаго Духа, получая дар Духа Святаго для того, чтобы пронести свой жизненный крест, не просто уповая на свои силы, а с Божьей помощью, с Божьим благословением. И тот, кто уповает на это благословение и обращается к Богу о помощи пронести свой крест, Господь укрепляет такого человека. Но для этого человек и крестится, чтобы обрести этот дар веры, надежды и любви. Сегодня мы были в военном госпитале, обходя солдат, посещая их палаты. Их там много лежит. Очень много мы послушали сегодня интересных рассказов, историй, впечатлений, чудесных, спасительных явлений Господа. И они не скрывают о том, как Бог помогал им на фронте. Но сегодня я хочу привести лишь один пример одного раненого солдата. Ему было лет 30. Он полностью лежал, не вставал с постели. И когда я подошел, чтобы помазать его привезенным из Иерусалима благодатным маслом, он сказал: «Я не крещенный, да и вообще, что вообще? Да вообще, у меня свое к этому отношение». «А какое?» – спросил я у этого солдата. «Да вот у нас перед призывом один мой знакомый покрестился, и мы вместе пошли. А сейчас он 200-й. В военных подразделениях есть разделение. 200-й – это погибший, 300-й – это раненый. Вот он крещеный и 200-й, а я не крещеный и живой. Вот лежу, правда, раненый». Я остановился возле этого человека, взял его за руку, и мы достаточно с ним проговорили. А давай подумаем, почему? Почему он уже с Богом в другом мире, в мире вечности, а ты еще здесь? Христос сказал: кто будет веровать и креститься, спасен, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот знай, что если человек умирает некрещенный, он небо не наследует. Вот чтобы наследовать небо, тебя Бог оставил, чтобы ты крестился и дальше жил. И знал, что за гробом есть жизнь. Христос. Он живи здесь. Просто знай, что эта жизнь рано или поздно заканчивается. Ты же с этим не поспоришь. Рано или поздно, знаешь. И вот этот крещенный солдат, 200-й, но он омыл свои грехи, какие бывают у каждого человека, кровью воина, и перешел в вечную жизнь со Христом и в вечное его царство. А тебя Бог оставил для того, чтобы ты еще подумал, пожил, покрестился. А тогда уже жил, трудился и дальше защищал Родину. И он задумался и сказал: а что для этого нужно?
Ну, начни с того, что почитай Евангелие. Он немножко застонал, ему больно было лежать, протянулся и говорит: о, нет, это не для меня, я читать не буду. Ну тогда послушай, у тебя вот наушники есть, телефон там рядом стоит. Ну возьми, вот включи, послушать Евангелие. А так можно? Можно. Блаженны слышащие Слово Божие и сохраняющие его. Не можешь читать? Просто послушай, задумайся, пока ты живой. Для чего-то тебя Бог оставил, чтобы ты этим Духом Божьим, просветившись, родился в жизнь вечную. Просто, знаешь, попросил Бога: Господи, как ты хочешь, спаси меня. Вот я не верю, Господи, помоги мне не верить. Вот даже так, с живым Богом можно говорить такими словами. Вот даже так, если ты есть, Господи, спаси меня. Он является. Вот люди даже, которые так просили, он просто встречает на пути своей жизни Бога и потом уже не сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. А почему Христос объявляет суд неверующим людям? Почему Он говорит, что если ты уверовал и живешь по вере, то знай, ты очень близок ко спасению. Только не уклоняйся, никогда не отступай и никогда не отрекайся от Христа. А почему же те неверующие осуждаются? Потому что не уверовал во единого, единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот эти слова, дорогие, еще раз обращают нас к свету. Идите к свету. А свет – это Христос. Он так и сказал: «Я – свет миру, и кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». И сегодня, в эти дни светлой Пасхи, когда этот свет благодатной, радостной, пасхальной, торжественной службы наполняет сердце каждого из нас, будем любить Господа, будем радоваться этим дням, напитывая свою душу светом Пасхи Христовой. Вот тогда, когда встретим более трудные времена, этот свет нам обязательно поможет. И укрепление в вере даст возможность перенести нам все грядущие трудности. Еще и еще раз хотелось бы поздравить вас этим вечно живым и жизнеутверждающим. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.